Зрители наблюдали за историей жизни главной героини сериала «Тест на беременность» в исполнении Светланы Ивановой на протяжении 8 лет. В 2023 вышел 4-й сезон, который расставил все точки над «и». В нем Наталья Бахметьева столкнулась с неожиданными испытаниями, пытаясь разгадать, что для нее важнее – оказывать помощь другим людям или наслаждаться моментами роста сына и счастьем, которое приносит близость с любимым мужчиной. В поисках ответов на эти вопросы она встречает Валентина и видит в этом шанс начать новую главу своей жизни. Однако остается открытым вопрос, насколько реально быть успешной во всем. В заключительном 4-м сезоне Наталья намерена найти ответы на эти дилеммы и выбрать свой собственный жизненный путь. К сожалению, 5-й сезон сериала «Тест на беременность» снят не будет. 4-й завершил историю врача Натальи Бахметьевой. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.